чем-то трындит. Такой громкий взрыв был, теперь пахнет все взрывом несколько дымом. Первая база, третья показывает коллектор, вторая нить на самом деле третья нить. Транзистор, который взорвался достаточно слабый, ставил другой, чем поделка, наверное. И он, видимо, взорвался, потому что начал прошивать внешне вот этой вот этим индуктором голый. Поделка. Элементарно с разными институтами. Как питается качер через развязывающий вот этот дроссель. Вот тут идет вот этот провод на землю, вот земля и начальный конец
шестифилярная модуль. Шестифиляр тоже идет на землю. И вот этот провод тоже вот тут заземляет начало индуктора, который, кажется, около 8 метров. Тут пропускается энергия через катушку 28 метров. И вот тут через диод СТТ-газ какой-то там. Диод почти не греется. Это минус общий, и он не связан с землей. Тут 7,5 Ом резистор, конденсатор 2,2 нанофарад. А теперь частота 2 МГц. Вот. Как много говорят. Эффект проявляется на 1,6 мегагерц. Нам тут надо сильно убрать.
1,6. Пробовал снег и с другими катушками. Результат одинаков. Пачек тут, конечно, никаких нет. Ну, вроде бы и у Романа первую установку работала без пачки, и Руслана. Короче, если выключить и вот тут положить щуп, например, тут подключить первый канал, вот такая осциллограмма. Если подключить, положить его на индуктор, синусоида, потому что из индуктора перегонят, индуктор теплый. Эти конденсаторы немножко теплые. Не теплый. Вот один микрофора 1000 вольт, эти 2000 вольт тоже надо. Можно чисто подкрутить. Как бы тут растет, а лампочка немножко бегает. Вот теперь вот эти вот наверху, самый большой, 3,12. Или там тут сама подставка. Вот выставил, что это тенгерит наверху. Это можно любую частоту выставить. Вот 1,2 МГц. Теперь я вытащу ферит.
2 и 1 МГц. У Ромы Корнухова еще, как судя по его схеме, выход из 6 филяров шел на блок питания, не на диодный мост. Поэтому в блоке питания таких, как правило, ставят блокирующий конденсатор на 220 нанофарад. Поэтому можно считать, что у него шел на... Ну, там стоит еще... Дроссель вот такой примерно, только поменьше. И потом на конденсатор. Поэтому можно считать, что параллельно в его установке стоял такой конденсатор на 220 нанофарад, параллельно 6-филярной обмотке. Этот дроссель, он как бы намотан безиндуктивно, поэтому можно, он на таких частотах он ничего не влияет. Немножко колется иногда, а вот этим пальцем колется, тут может рано, а вот этим не колется. Поменял витки, был на этом, теперь на этом уже сильнее начал. А нагрузку это никак не влияет. Особенно когда вот заземлен либо этот конец, либо этот конец индуктора, тогда влияние уменьшается, откачиваем на нагрузку. Можно показать, что происходит на стойке транзисторов. Смотрю скважность. Вот эти колебания вот затухающие, они зависят от
от этого конденсатор. Они теперь у меня примерно где-то 2 МГц. На втором тоже покажу. Вот на втором почти то самое все. Но правда, если я подкручу частоту, тогда они должны очень сильно уменьшиться. Вот я кручу. Так меняется осциллограмма, лампы становятся ярче все. Вот, и они на этом втором плече вот так уменьшаются очень сильно. И практически исчезают. Лампа тут где-то самая яркая горит. Вот дальше кручу, они очень маленькие стали. Кручу, кручу, кручу. Вот они не растут. Лампа уже тусклее становится. Так. На первом они уменьшились, но не так сильно. Теперь обратно понижаю частоту. Лампа ярче загорелась. Вот все уже вырастает. И тут понятно, уже начинает тусклее гореть. И самую яркость настроить. Где-то вот тут вот самая яркость. Теперь на другой транзистор поставлю. На другом почти ничего нет. Даже можно сказать, ничего тут нет. Вот там может, что ты вот под низом обмотка, это 28 витков неравномерно намотано. Либо что тут один диод стоит. Но с другой стороны, я менял вроде бы вот концы вот этой обмотки, все равно так само было. И еще раз поменяю. Ну а теперь вырос. Тут появились. А теперь на этом должно исчезнуть. Нет, на этом есть. Лампа теперь светит по-другому. Просто нужно не только концы менять, но менять и вот эти концы, и индуктор, видим. Его в таком эффекте получается наоборот, когда эти концы тогда
несколько все по-другому работает, и лампу нельзя такого мощного свечения сделать. Вот тут она вообще полностью пригасает почти. Тут максимально ярко. Частота пуш-пула в два раза ниже, чем тут показывает. Тут исчезну, вот она там всегда исчезает при определенной частоте. Вот когда перевернута обмотка, я теперь включил качер. Выключу. Мне подозрительно, что кетчер столько мало потребляет. А, ну понял. Кетчер же теперь питает провод, он прямо в блоке питания, его потребление не учитывается этим амперметром. Если его подцепить, вот тогда бы учитывалось. Символ теперь, наверное, где-то. Thank you.
чему тут надо, не знаю. Мое мнение, тут либо нужно конденсат, либо феррит нужен подходящий, либо нужно шестифиляр правильно намотать, потому что в одном видео Руслан показывает, где у него без индуктора граната идет на диодный мост и снимается, и я думаю, что уже там, где у него на 1000 вольт набирается, там уже есть прибавка. То есть, когда тачер настроен как-то правильно с шестифиляром, тогда получается прибавка даже без никаких там пушпулов. У него там, похоже, этот качер был как-то странно намотан. Он там что-то в одном видео, он мне объяснял, что тут сперва потолще или потоньше проводом намотано, потом под более тонким там или более толстым. Потом уже так у него резонировала какая-то одна часть, а другая часть просто тоже что-то делала, и как-то так совпало, что начала примавка появляться и работать. Если просто одним проводом все намотать, то может это не будет работать. Ну так у него где-то Тесла 20 метров во всех его установках примерно, где на большую мощность установки. Там все одним проводом намотано. Там получается, что для 1,5 МГц нужно где-то 40 метров, чтобы Тесла было у него. Там где-то 23 метра было. То есть в четверть волны никак не укладывалось у него на Тесле. Там было где-то 1/8 это длина линии. 1/6 волны. Как-то все это странно, может там какие-то пачки примитивные были, хотя вроде бы, насколько я заметил, там не видно, там стоит просто конденсатор электролитический, не видно, что там что-то прерывалось, подходит два провода питания, как-то можно перерывать, если перерывать этот провод, это все равно будет конденсаторы питаться, там если будут какие-то пачки, они будут очень-очень мизерные, потому что будет от конденсатора питаться. Если бы там был еще бы не электролитический, а какой-нибудь маленький конденсатор на 2 микрофарада, не полярный, тогда еще как-то более-менее может что-то и было. Может, у нас очень низкой частотой эти пачки делают, что там с каких 200 Гц.
Вот 1,2 МГц. Нет, что-то 1 МГц. Вот 1,2 МГц. Нет, мне показалось 1 МГц. Один и пять миллигерц без ферита. Расправил антенну. Один и четыре, 22 стал.
Да, широко можно приближать, подстраивать. Может быть, нужно, чтобы еще рядков колебания совпали. Немножко по сечению примавка есть от кача. Это сложение мощностей. Вот я отключаю провод на индуктор.